За вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и в честь 25-летия общественная организация «Перспектива» во главе с Василием Сафроновым была награждена почетной грамотой. От имени главы Ленинского городского округа передать слова поздравления с юбилейным годом создания общественной организации «Воинов запаса». Сегодня переоценить роль этой общественной организации на территории Ленинского городского округа невозможно. Общественная организация «Перспектива» осуществляет свою деятельность с 1999 года. Создателем стал инициативный житель Видного, офицер запаса Василий Сафронов, который собирал военную историю города. Так возникла комната воинской славы, где собраны снимки солдат, воевавших в Чечне, Афганистане и в зоне СВО, отдавших жизнь за родину. Организация 25 лет назад создавалась моим отцом и единомышленниками. Есть то, что нельзя забывать, есть то, во что нужно вкладывать душу. Помимо истории, которую хранит организация «Перспектива», она оказывает поддержку военнослужащим и их семьям. Супруг Нины Максимовой погиб в Афганистане при исполнении воинского долга. Ассоциация военнослужащих более 20 лет оказывает Нине поддержку. Люди приходят, и тут у них приемные дни, и за советом приходят, и за поддержкой. Они никогда ни в чем не отказывают. Вот насчет этого спасибо им огромное. В настоящее время ассоциация объединяет около 150 человек. Члены общественной организации проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Инга Янчук, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ.